Победа может вернуться в Кировский аэропорт. Сегодня об этом заявил губернатор области Игорь Васильев. Скоро должно будет подписано соглашение. Победа перестала летать из Кирова примерно полтора года назад. Тогда область прекратила сотрудничество из-за невыгодных условий перевозчика. Тогда на смену Победе пришли саратовские авиалинии, которые также устраивали пассажиров и по цене, и по качеству. Но на этой неделе компания Саратова прекратила рейсы, и сразу несколько направлений остались без перевозчика. С приходом Победы есть надежда на регулярные рейсы в Москву, которые являются самыми популярными у кировчан. Мы завершили переговоры, скажем так, с Победой, так сказать. Все решения, так сказать, приняты, да, все это на доброй воле, мы подпишем с ними соглашение, как бы, да, но вот маршрутная сетка, расписание, как бы, выбор, мы можем договариваться, да, но все-таки это дело коммерческой компании, потому что мы не можем диктовать им.